подписчики моего канала. С вами Михаил Волосков. И это мои итоги розыгрыша на Вольта. Я обещал, конечно, что выложу уже видос в 6 часов утра. И в итоге опоздал практически на час. Возможно, и на час опоздал. Так что, чуваки, извините меня, сорянчик. Сразу извините меня, я пукан пригорел, когда увидел, сколько времени. Короче, чуваки, сегодня у нас итоги розыгрыша. Первое место в итоге у нас занял чувак с ником. С ником Прохумнин. Ой, первое место, ребят, занял чувак с очень странным, ребят, ником. Кажется, первый чувак, который выиграл в конкурсе, это Ворспот Про. Ворспот Про. Чуваки, он выиграл у нас на первом месте, и он получает Вольта. Вольта и, конечно же, наши гемасы любимые. На второе место у нас занимает Морт. Занимает у нас, получается, чувак с ником Undertech528. Такой ютубер, как... Второе место у нас занимает чувак с ником... Знаете, какой ник у него? Это вы сейчас будете шутить его ником. Короче, его ник это... Это получается... Это получается у нас выиграл в конкурсе чувак с ником Егорка Ожегин. Это, ребят, такой чувак. Он выиграл, получается, у нас на втором месте. На третьем месте у нас, ребят, стоит... Такой человек, как... Такой прям ютубер, но не скажу, что он прям такой полноценный ютубер, выиграл Undertech528. Всем это такой ютубер, у него 12 подписчиков, ну как бы нормально, он выиграл как бы в моем конкурсе, он занял третье место, конечно, но это был итоги конкурса, почему-то следующие места никто не смог занять, потому что им было просто лень подписаться. А также сразу говорю, на каналы всех ютуберов, то есть тех выигравших, я оставлю ссылку в описании. С вами был Миха, всем пока-сик.